осень, золотая осень, осенний листопад. Есть листья, и как мы ими распорядимся, зависит только от нас. В этом видео я расскажу, что я делаю с осенней листвой. Это Подмосковье. Всегда нужно учитывать свой климат и свои условия. Ведь одни и те же действия приводят к разным результатам не только в разном климате, а даже на разных участках, которые расположены через сетку-рабицу. Опавшие листья с деревьев использовать не только можно, но и нужно. Мы стараемся использовать листья со своего участка ограниченно. Стараемся их не убирать или убирать не полностью. Это подпитывает газон. Чужие листья принимаю любые. Чистые, грязные, дубовые, березовые, с сосновыми иголками и без них. В первую очередь мы засыпаем листьями чеснок. Это обязательно. На самом деле, если бортики грядок не рассчитаны на мульчу, как показано здесь, то много листвы положить трудно. Во-первых, она топорщится и кажется, что положил много, а весной видишь, что чуть-чуть. А во-вторых, чем меньше листвы, тем быстрее она улетает. Если кого-то из вас интересует вопрос, почему листья лежат на земле, а не на мульче из травы, ведь я показывала видео, которое называется «Как вырастить крупный чеснок», что сажаю чеснок через мульчу, которая на грядках лежит уже давно. Так это потому, что эту грядку только перенесли на новое место. Что ее переносили, я показывала в предыдущих видео. Вот на этой грядке бортики для мульчи не сделаны. И много сюда не положить, даже при большом желании. Листья либо свалятся сами, либо их разметает ветер. Но что-то останется в любом случае. Теперь я хочу остановиться на условиях, на ваших условиях. Эти условия вы должны учитывать обязательно. Первое – это климат. Предыдущее видео, как вы помните, было «Результаты зрителей» – Архангельск, Мурманск и Сочи. Если кто не смотрел, то может посмотреть по ссылке наверху. И как мы знаем, Наталья из Архангельска смогла начать мульчирование травой только в конце июня, начале июля – потому что земля там греется очень долго. А что бы произошло, если бы Наталья засыпала грядки листьями осенью и толстым слоем? Правильно, к августу земля бы прогрелась, и можно было бы начать сажать помидоры. Другое дело Сочи. Михаил меня дразнил на Новый год и в феврале, присылая мне фотографии ремонтантной земляники. Может он сейчас замульчировать грядки листьями толстым слоем? Конечно, может. У него всю зиму будут работать червяки и личинки носорога, производя компост прямо на грядках. Другое дело, что листопад в Сочи начнется только в декабре. Но это я так образно привела пример, чтобы была понятна зависимость. Второе. Что нужно учитывать? Это высота грядок. У меня грядки высотой 30 сантиметров, а у соседки через сетку рабицу грядки вровень с землей. Мы обе засыпем грядки листьями. Что будет весной? Климат у нас совсем одинаковый, но мои грядки прогреются быстрее, потому что они высокие, а грядки вровень с уровнем остальной почвы будут греться гораздо дольше. Причем независимо, будут укрыты грядки листьями или нет, все равно высокие грядки прогреваются быстрее. И чем больше высота грядок, тем быстрее идет прогрев почвы в них. Только не думайте, что у меня так называемые теплые грядки. Это совсем другая история, и после нашей зимы органика в грядках не загорится никогда. У меня в грядках самая обычная земля. Эти кадры я уже показывала. Грядка в разрезе, грядка в теплице. Если кто не в курсе, то была замена теплицы, которую установили на другое место. Пришлось перевозить землю из старой теплицы в новую. Хорошо видно даже по цвету. Верхний слой – это переработанная почвенными жителями мульча. Горячая и свежескошенная трава. В теплице я не пользуюсь листьями. Я отвлеклась, но надеюсь, что ответила на комментарий Сони. Это самый конец комментария. Я его увеличила. Я вот вижу урожай у Натальи Сморчковой. Понимаю, что там грядка – чистый компост. Но даже на таком грунте Наталья отдает предпочтение гибридам. Почему? Вот что меня интересует. Свой чистый компост на грядке до переноса в новую теплицу я уже показала. А это мы перенесли грунт в новую теплицу. Все слои были смешаны. Проще перекопаны. Вода не проходит. Стоит.
Что хочешь, то и делай. Вы когда-нибудь видели, чтобы вода не проходила через компост? Да еще была вот такого цвета. Вода не проходит через глину. Это так, для справки. Так что никаких теплых грядок у меня нет. И органических тоже нет. Но вернемся к листьям. Понимая зависимость прогрева почвы весной от наличия любой мульчи, всегда есть варианты. Например, можно сгрести мульчу весной к бортам грядок. На этих кадрах картошка уже посажена. Остатки мульчи находятся около бортов грядки. Неважно, что в этом случае мульча из травы. Листья можно сдвинуть точно так же. С весенним прогревом почвы, думаю, теперь все понятно. Что еще можно сделать с осенней листвой? Конечно, ее заготовить сейчас, осенью. Хранить под навесом или в помещении ее не нужно. Лучшая сохранность под открытым небом. Снег, дождь, неважно. Листья прекрасно перезимуют. За зиму они слеживаются. И мульчировать ими летом гораздо легче, чем осенью. Я повторяю, именно летом, а не весной. Перед тем, как я расскажу об использовании осенней листвы, хочу ответить на вопросы зрителей о том, какими листьями можно мульчировать. Листья дуба. Насколько я поняла, то страхи из-за того, что листья дуба долго перегнивают. Если сравнивать любые, абсолютно любые листья с горячей травой, то их, конечно, съедят медленнее, но съедят обязательно и дуб, и березу, и рябину, и яблоню. Используем все, что есть. И всегда отказываться от листьев дуба только потому, что кто-то сказал, просто глупо. На самом деле, чтобы ускорить процесс поедания листьев почвенными жителями на грядке, я повторю, на грядке, есть небольшая хитрушка, которую я использую. И о ней я расскажу в этом видео, но чуть позже. Огромное количество комментариев с вопросом, можно ли мульчировать листьями грецкого ореха. Откуда-то идет пугалка, что нельзя. Видимо, Тамара об этой пугалке никогда не слышала и замульчировала. В прошлом году укрыла листьями грецкого ореха грядку с чесноком, а весной увидела, что ростки пробились через листья без труда. Хоть соседка и сказала, что нужно листья убрать, но я не стала этого делать, потому что увидела, что растениям комфортно. А теперь, послушав вас, убедилась, что была права. Ключевые слова «растениям комфортно». А для нас бонус – отсутствие прополок, да и влага сохраняется лучше. Надеюсь, что Татьяна Петровична и другие южане, зрители канала, напишут комментарии о своем опыте использования листвы грецкого ореха. Я знаю, что эти листья используют многие и очень успешно. У нас нет грецкого ореха. Подмосковье. Знаю, что в принципе можно вырастить его в нашем климате. У нас есть маньчжурский орех, который за 15 лет успел затенить половину участка. Маньчжурский орех – родственник грецкого ореха. Высоту достигает 25-28 метров. Ствол ровный, прямой, с раскидистой или широко-округлой ажурной кроной. Диаметр ствола достигает 65-75 сантиметров, иногда 1 метр. Прежде чем сажать такое дерево, советую подумать, каким оно вырастет. Мы не подумали. Плоды у маньчжурского ореха выглядят вот так. Внешняя оболочка похожа на оболочку грецкого ореха, но плохо отделяется. Если разрезать внешнюю оболочку, то срез сразу становится коричневым и пахнет йодом. Листья этого дерева мы используем всегда. Газон перед домом листья убираем, иначе опавшие листья портят внешний вид. Если кто-то говорит, что под орехом ничего не растет, так это только те, кто не сажал на своем участке, например, березу. В огороде, в саду сажать березу как-то не принято, поэтому и пронаблюдать, что происходит при посадке большого дерева, нет возможности. Под любым большим деревом ничего не растет. Не растет даже трава. Любое большое дерево забирает из почвы всю влагу. Под березой трава не растет. И что, нельзя поэтому мульчировать листьями березы? Есть еще вопросы или утверждения, типа «листья с деревьев с вредителями и болезнями». На самом деле есть одно маленькое правило, что использовать можно все. То, что выросло в саду, не помешает в огороде. И наоборот, болезни и вредители у деревьев и огородных растений разные. Например, мы положили листья яблони, на которой была парша под кабачки. И что? К
Кабачки заболеют паршой яблони? Нет, не заболеют. Единственное, чем они могут заболеть поздней осенью, это мучнистой росой. А при чем тут парша яблони? Вредители у растений тоже разные. Яблоневая плодожорка, например. Скажите, ее интересуют огурцы? То же самое касается ботвы, томатов и картофеля. Спор фитофтороза – миллиарды. И они есть и будут всегда и везде. И даже если вы используете ботву помидоров, порубив ее в саду, ничего не изменится. Были миллиарды, но станет на миллион больше. Это не сыграет роли. Не создавайте условия в теплице для развития фитофторы. Укройте землю, не закрывайте двери. Конденсат в теплице на листьях помидоров – это и есть та благоприятная среда для развития фитофтороза. Все, что я видела в листьях, привезенных соседями ко мне на участок, это только божьи коровки в большом количестве, которые действительно зимуют под опавшей листвой. Но божьи коровки нашего региона не вредители. Наши божьи коровки – полезные насекомые, они едят тлю. Это на Дальнем Востоке есть 28-точечная божья коровка, которая может посоревноваться с нашим колорадом в поедании ботвы картофеля. И еще в листве я встречала пару раз жужелицу. Тоже очень полезный хищный жук, расправляется с мелкими вредителями. В опавшей листве зимуют мыши. На самом деле мыши любят зимовать и жить в сене, особенно в стогу сена. Также мышам нравится обитать в соломе. Но зимующих мышей в листовом опаде я не наблюдала. Кроме того, от мышей есть очень хорошее средство. У нас 4 кошки. Переловили мышей, и у соседей в том числе. Ходят на охоту в лес. Иногда приносят не мышей, а то, что попадется. Но что делать? Использование летом листового опада. По каким причинам можно использовать листья? Первое. Это недостаток травы, особенно в южных регионах. Весной трава есть. А потом она выгорает, и самое время вспомнить про листья, заложить толстым слоем, а ближе к осени, когда трава начнет расти заново, повторно использовать траву, класть ее прямо на листья, если они, конечно, останутся. Вторая причина, по которой я пользуюсь листьями, это великое удобство мульчирования тех растений, которые очень разрастаются. К таким растениям я отношу кабачки, тыкву, арбузы, позднюю капусту. В этот же список можно добавить картофель, если вы не подвязываете ботву. Рассмотрим процесс на примере кабачка. 24 июня заморозки прошли, травы в достатке. К этому моменту был уложен слой горячей травы. Следующий, второй слой был из свежескошенной травы. И вот когда ботва кабачков такого размера, я укладываю листья толстым слоем. Поверх листьев можно положить еще слой травы, пусть небольшой, если трава есть в наличии. И все. Дальше ботва разрастается, и что-то докладывать уже не будет возможности. Поломаем листья кабачков, если туда полезем. А если не положить листовой опад, то трава будет съедена моментом и начнут расти сорняки. В случае мульчирования листьями из ухода останется только полив и постоянный сбор плодов. То есть 24 июня заканчивается мульчирование кабачков. И единственная наша с вами задача – это борьба с урожаем. А теперь давайте разберемся, в чем смысл. Мы первым слоем положили горячую траву. Вместе с травой на грядку попало огромное количество микроорганизмов, своих собственных, непокупных, приспособленных к нашим условиям. На хорошие еды они размножаются очень быстро, червяки тоже спешат на угощение. Далее, эту ораву, почвенные биоты, мы подкормили свежескошенной травой. Она быстро ферментируется прямо на грядке. Количество едоков еще увеличилось. И в этот момент мы кладем листья. Листьев много, но едоков уже немало. За неимением другой пищи они принимаются утилизировать листву. Что мы имеем на выходе после уборки ботвы кабачков? Листья съедены, и на нашей грядке неплохой слой компоста. Первоначальным внесением горячей травы на грядки мы значительно ускоряем переработку листового опада. И совершенно все равно, какие это будут листья. С арбузами аналогично. Закладываем травой от корня постепенно, вместе с ростом ботвы. Расширяем радиус закладки и также постепенно подкладываем листья.
В результате одно растение арбуза занимает площадь около 10 квадратных метров, и мы получаем 53 килограмма спелых арбузов с одного растения в Подмосковье. Главное – понять, что, почему и зачем мы делаем. У нас началась установка новой теплицы. Когда она будет готова, я обязательно сделаю видео, которое будет тут. Если кто-то не знает, что такое горячая трава, то это первая серия из трех. Осенние заботы о новом урожае. Использование листьев для приготовления компоста за один сезон. Всем хороших урожаев! С вами была Наталья Сморчкова, канал и сайт «В огороде ПРО».